Ребятки, всем привет, с вами снова Береза. Как вы уже догадались, сегодня тянем полиспаст и разбираем узел булинь. Для этого понадобится веревка и два карабина. Первым делом выбрали дерево и крепим один конец веревки любым способом. У нас это будет булинь. На самом деле узел достаточно простой. Длинный конец веревки, короткий конец веревки. На длинном, на корневом, делаем петлю. Сверху в нее вдеваем рабочий, вокруг корневого обводим снизу и возвращаем обратно через ту же петлю, в которую он вошел. Затягиваем, вот узел готов. Итак, один конец закрепили, теперь на противоположной стороне обводим веревку вокруг дерева и на расстоянии 2-2,5 метра формируем простой проводник, стегиваем в него карабин. Теперь на том конце, который обвели вокруг дерева, вяжем еще один проводник и стегиваем в него второй карабин. В первый карабин мы продеваем веревку, чтобы получилась вот такая петля, и стегиваем ее во второй карабин. Вот такая система блока получилась. Это уже полиспаст. Ну вот, в принципе, до такого состояния натянул ее в одиночку. Если бы мы были вдвоем или втроем, натянули бы ее, конечно, до состояния струны. Но и этого натяжения вполне достаточно, чтобы переправиться с одного берега на другой. Да, чуть не забыл, когда натянули полиспаст другой конец веревки, обязательно зафиксируйте, потому что под нагрузкой блочная система будет подтравливать и веревка будет провисать. Если вы не собираетесь никуда переправляться, не расстраивайтесь. С помощью полиспаста можно вытащить автомобиль, если он застрял в грязи. Ну, при наличии, конечно, достаточной длины и крепости веревки, которая будет у вас с собой. А на этом у меня все. Учитесь вязать узлы. Всем добра, до связи!